Всем привет, с вами Илья. Я сегодня не собрал штаб исследователей Атлантиды. Тут есть две части. Одна подводная лодка, а другая, где она стоит. Тут в подводной лодке открывается, например, переднее окно и закрывается также. Тут еще открываются окна, то есть иллюминаторы. И она может стать подводной лодкой. Сейчас я вам покажу, как это все выглядит, как это все делается. Так, это в другую сторону. Так, и вот так. И она также раскрывается. А теперь ставим подводную лодку на место. У меня кое-что отлетело. Посмотрим, что находится внутри этой самой базы. Тут есть подъемный кран, аквалангист с рыбой и с пистолетом. Еще и тут есть подводное чудовище. Вот оно. Но на самом деле это обычный человек в маске, в шлеме для аквалангистов. Тут есть кабина. Сейчас я сиденку уберу, и будет видно. Вот она. Маленькая, конечно же. И еще тут есть карта сокровищ. Карта сокровищ. Эта карта поможет найти Атлантиду. Тут есть еще клавиатура. Еще есть вот тут кружка. И еще у крана есть такая возможность. Он может поворачиваться вперед, вверх, вниз. Еще он полностью может вверх встать и также опуститься. Всем спасибо за внимание. С вами был Илья.